Привет, девочки! Это я, Наталья Фадеева. Вот пришла на вязку. Сегодня четверг. Общество вязальных дам. Вот это у нас ДК, Дом культуры. Еще вот елочку не убрали. Посмотрите, елочка. Елочка. А это почта, главпочтамт. А там железная дорога. А там вокзал. А это у нас поставили хоккейно-волейбольно-баскетбольную площадку нынче. Она еще новая. А это у нас площадка, где проходят все мероприятия. Сцена. И вот эта вот площадь. Потом сниму девочек, если разрешат. Тихонечко, потихонечку. Потом еще подключусь. Между ними я три раза там делала, а вижу, дырки на побольше получаешь. И ты все равно это не чувствуешь. Ладно, по краям. Это веточка, ты видишь, побольше получается. Тут-то видишь, тут-то вот виша была. Нет, я говорю, что было виша. Вот веточка, но виша не так. Ирина Николаевна, покажите, пожалуйста, что вы делаете, что вы вяжете. Я взяла кардиган, но не знаю, как что еще показать. Кардиган? Может, нет. А это с какой стороны? Где? Вот это шея, это спинка, это было вперед. Я тоже начала. Да? Я целую неделю вязала и все распустила. Почему? Ну-ка, расскажи. Это кардиган. Татьяна Николаевна, покажите, пожалуйста, что вы вяжете. А? Покажите, пожалуйста, что вы вяжете. Вот видишь, оно же прямо. Кардиган дома оно прямо. А я хотела, какая чтобы красота. Оно же вот так будет. Не вязала если дома, ты вяжешь вот так, вот оно будет так. Я замерила, показывала очень вот хорошо летнее. Нет, там на фотографии вот так. Нет, Ирина, да? Ты посмотри. Да. Вот вот я из этого все и испыталась. Угу. Очень красиво. Да. Топиком. Посмотри, почти как топиком получается. Ну, на лето как раз, да? Да, смотри, да. Нет. Вот так вот, девочки. Так и называется. Антонина Геннадьевна, что? Похвастайтесь, пожалуйста, А-а-а. Своей пелеринкой, пелеринкой своей. А рукав это будет? Или он вообще ничего не ловит половину? Нет, почему тут рукав? На дырке? Нет, рукавов-то нет, она без рукава же. Просто на... Форма как бы... Она так видит, сделана она. Как рукава? Да это вот это и есть полотно, полотно они спускают. Да, недели через две. Как я бы не попала. Привет, девчонки. Вот я пришла с кружка, уже вышла. Вот там ДК. Закончился урок у нас. Кручка вязов. На кружке вяжут только крючком. А остальное кто как хочет. Дома спицами, крючком. Я и спицами, и крючком. Стараюсь. А вчера спицами повязала и намазолила мизинец. Вот как я стараюсь. Смешно прямо. А потом давай крючком вязать. На улочке сегодня минус 7. Тепло. Маленький снежок идет. Я жду, когда за мной Серёнка приедет. Мне на ту сторону идти вот туда. За железную дорогу. Вот там у нас железная дорога. Вот вокзал. Вон там вокзал. Вот вокзал наш. Вон Серёга у меня едет. Сейчас поедем домой, чай пить, кофе пить и вязать. До встречи!